Хайлы кунлер, достлар! Сегодня в передаче «Крым татар емеклеры» мне передал эстафету Рустем Ага Дервиш для приготовления крымско-татарского блюда. Это блюдо по праву считают многие народы в мире своим, но к крымским татарам оно имеет особое отношение. Меня зовут Али Мустафаев, а готовить сегодня мы будем всем известный шашлык. Для этого нам понадобится свежая баранина. Я взял немного курдюка, чтобы прокладывать его между кусочками мяса. Специи все очень просто. Зира, перец черный, лук и, конечно же, огонь, который я уже разжег. Но к нему, кстати, надо немножко подкинуть дровишек. Я сегодня хочу показать вам экспресс-рецепт. Естественно, лук – это неотделимая часть маринада в шашлыке. Но обычно его крошат и шашлык маринуют, закладывая его на долгое время, там на 5-6 часов. У нас полевые условия, нет такой возможности, мы будем извлекать луковый сок из луковицы. Для этого я ее накрошу мелко, посыплю солью, а потом выжмем из нее сок. Конечно, маринатов существует в мире очень много, и во многих присутствует лук, но есть маринаты турецкие, которые вообще не предполагают наличие там лука. Есть маринаты на молоке, на кефире, на разных других напитках, которые мы не употребляем. Но в нашем случае это лук, который размягчит нам мясо более быстро, чем лук, который мы нарежем маленькими кольцами. Этот метод мы всегда используем с друзьями, когда делаем дома. Потому что, когда хочется быстро съесть шашлыка, 5-6 часов ждать никто не хочет. Скорее всего, я где-то это от кого-то услышал, а может быть, где-то увидел, сейчас не могу вспомнить. Мне хотелось бы, чтобы это был мой маленький секрет. Нарезаем лук. Насколько это возможно. Для того, чтобы фракция была мельче и выжать было легче. Я даже, наверное, скорее всего, буду использовать два ножа, как нарезают хайма на чебуреке. Для того, чтобы его хорошенько измельчить. Приблизительно вот так. Можно было бы, конечно, не экспериментировать с луком, а сделать свежее мясо, как это делали раньше, как это делали в старину пастухи, воины, у которых не было, скорее всего, такой возможности даже двумя ножами там крошить лук на какой-то доске. Они просто брали мясо, отрезали его от туши, крошили на маленькие кусочки и жарили, допустим, на шампурах, на шомполах. От чего и, собственно, как думают некоторые историки, произошло название шампур. По-моему, измельчение уже подходит к концу. У меня это все-таки получилось двумя ножами. Метод очень старый и очень эффективный. Режет не только мясо, но и лук. У нас получились такие маленькие-маленькие кубики, которые сейчас при помощи соли отдадут нам сок в чашку. Кстати, о чашке. Мы используем глиняную и медную посуду, которую нам любезно оставил Рустем Ага Дервиш Саулсон. Убираем лук в чашку, подсаливаем его. Соль нам поможет быстрее забрать сок из лука. Перемешиваем и на какое-то время оставляем. Вот таким вот образом лук отдаст свой сок. Подбрасываем дрова и переходим к мясу. Баранина. И, конечно же, ее задняя часть. В ней, кстати, по сортам 3-4 вида мышц. И каждая из них имеет определенный даже вкус и цвет. Я вам дальше покажу. Выкатываем сначала низ ноги. Почему барашка? Крымские татары издавна держат овец и овцы. Барашки — это как бы неотъемлемая часть хозяйства. Хотя шашлык можно делать из чего хотите. Шашлык можно делать из курицы, из перепелок, из говядины. Но все-таки самый лучший шашлык получается из барашка, из молодого барашка. А мы, кстати, позаботились, чтобы наш был именно такой. Говоря о том, что шашлык можно делать из всего,
плавно подходим к тому, почему шашлык называется шашлыком. Называется он шашлыком не из-за того, что он жарится на огне, а только из-за того, что у него особый способ приготовления. Наверное, люди миллионы лет назад, когда добывали мамонта или оленя, они сами того не подозревая, отрезая от туши кусок мяса и нанизывая на вертел, готовили шашлык. Но сегодня у нас более цивилизованные методы и другие животные. Так вот, шашлык, как думают многие историки, получил свое название от вертела, на котором он готовится. Шиш. На крымско-татарском языке шиш – это вертел. Поэтому у многих тюркских народов шашлык называется шиш-кебаб. То есть кебаб, который приготовлен на вертеле. И вообще на вертеле можно жарить все. Все, что вы оденете на шампур, оно будет шашлыком. Нас мясник может спросить, но если это на татарском языке, для чего нужно мясо. Шорбалых эт или, допустим, хеймалых эт. И еще есть шишлых эт. То есть мясо на шиш. Мясо для шиша. То есть мясо для шашлыка. Так, а пока мы разделываем нашу ногу, для человека, будем говорить, который не каждый день этим занимается, это ну вот, по-моему, разделка подошла к концу. А у нас получились вот такие вот куски мяса. Хотел бы обратить внимание, кто первый раз будет разделывать ногу, есть такой вот момент в задней ноге. Это сухожилие, которое находится между двумя мышцами. Даже не сухожилие, а лимфоузел. Мы его должны удалить. Его есть нельзя. Вот таким вот образом мы его удаляем. И на разломе, там где он находится, соединяются две мышцы. Вот, мы удалили ненужную деталь из нашего будущего маринада. И дальше будем мелко нарезать. Ну, маринады, естественно, бывают разные, очень много людей готовят шашлык по-разному, даже в нашей среде, не говоря уже о там других странах и других культурах, других кухнях. Но первоначальное свое возникновение, скорее всего, шашлык приобрел простым образом насаживание куска мяса на шампур и поджаркой на огне. Возможно, кто-то использовал соль, но я слышал, если мне не врали детские книги, что еще в очень древние времена люди вместо соли использовали даже золу из костра, чтобы мясо было, ну, немножко попикантнее. Сейчас у поваров очень много времени на кухне. И они, естественно, заморачиваются с мясом более сложно, маринуя его там сутками, а даже и несколько суток. Чего греха таить? Мы тоже, когда хотим быстро получить шашлык, идем в известные нам магазины, которые есть в нашем городе, покупаем готовый маринад и через полчаса едим шашлык, потому что повара уже все сделали до нас. Но наш случай, это походный случай, он совсем другой. Мы делаем экспресс-маринад, добавляя всего лишь только луковый сок, ну и несколько приправ. Кстати, сок наш уже готов, и мы его скоро будем использовать. Для этого нам нужно все мясо нарезать на мелкие кусочки, чем я сейчас и займусь. Таким образом, нарезаем мелкими кусочками наше мясо. Многие это блюдо считают праздничным, но на самом деле это блюдо пастухов, охотников, воинов. Это те люди, которым нужно было очень быстро поесть, очень питательно, чтобы это хватало надолго. И, естественно, в своих условиях. Полях, на полях, сражениях, на долинах, на элях. Не было столько условий, столько ингредиентов. Люди готовили очень просто. Свежее мясо, соль и шампур. Куда без него. Мясо нарезаем желательно одинаковыми кусочками, одинаковыми даже по геометрии. Это для того, чтобы мясо красиво было усажено на шампур. Конечно, если они будут разные по размеру или по геометрии, оно тоже прожарится, но эстетика должна быть во всем. Ну вот, вроде бы мы нарезали наше мясо на кусочки приблизительно вот такого размера. Мы не удаляли пленку, мы не чистили прожилки внутри, потому что
Баранина у нас была очень молодая, нога была очень молоденькая. Все это приготовится на костре, и все будет съедобным. Для того, чтобы наш шашлык был сочнее, мы будем использовать думбу. Думба имеет очень широкий спектр использования в восточной кухне. Ее коптят, ее солят, ее вялят, ее добавляют в большое количество блюд. В нашем случае мы будем делать прослойки между мясом. Для этого я нарежу ее вот на такие небольшие пласты, а затем нарежу из нее такие же кусочки, как и наши шашлычные кусочки. Ну, ее у нас, конечно, будет раза в два меньше, чем мясо, но эффект от этого будет большой. Ну вот, думбу мы тоже нарезали. Мясо у нас практически все готово. Теперь мы приступаем к мариновке. Мы посолим, поперчим и попробуем воспользоваться луковым соком, который, я надеюсь, уже появился на дне. Я беру вот такую чашку прозрачную, чтобы вам было все видно, что у нас там происходит внутри, и закладываю туда наши ингредиенты. Перемешается все внутри. Кладем мясо вместе с думбой. Теперь осталось посыпать специями и солью. Первым я буду использовать зиру. Помнем ее в руках, как это принято в походных условиях. Так фракция получается не сильно крупная, и маленькие кусочки зиры, даже когда попадают уже на готовом мясе, они дают свой такой неподражаемый вкусовой эффект. Ну, я думаю, столько будет достаточно. Добавлю еще щепотку для верности, чтобы было вкуснее. Кориандр, куда без него. Это тоже неотъемлемая часть для шашлыка. Если он у вас есть, используйте. Естественно, на вкус. Кто сколько может, я кладу очень много. Черный перец. И посмотрим, что у нас с нашим соком. Смотрите, Дослар, лук постоял, и соль помогла ему отдать свой сок. Ну вот, такое количество сока. Я еще все это придавил руками предварительно. Вот такое количество сока мы получили. Дослар, и вот когда уже лук отдал свой последний сок, мы должны подсолить маринад, но не забываем, что лук мы уже солили, поэтому соли в этот раз кладем меньше, ну приблизительно 2 щепотки. И тщательно теперь перемешиваем наш маринад. В конце мы его посолили, также у нас здесь есть черный перец, у нас здесь есть зира и есть кинза. Кстати, многие люди не любят кинзу, но любят кориандр. Открою вам секрет, это одно и то же растение. Оставляем мясо для того, чтобы оно потомилось. Чем больше, тем лучше, конечно, но в нашем случае лук сделает свое дело очень быстро. Я думаю, 20 минут хватит. Пойдем посмотрим огонь. Вот, Дослар, этот сизый цвет на углях характеризует то, что он уже готов. И если мы вот так вот чуть-чуть разгребем его, то увидим, что угли полностью пропеченные, полностью прожженные. Этот уголь готов для того, чтобы на него поставили и жарили шашлык. Для того, чтобы нанизывать, мы используем вот такой нержавеющий шампур. Раньше это могли быть и деревянные веточки. У нас, кстати, использовали веточки кизила в походных условиях. У меня даже есть такая история. Я вот точно не помню, кто мне ее рассказал, отец мой или кто-то из родственников. Но суть такова, что после переезда в Крым, а мы приехали в 75-м году, через некоторое время мой отец поехал на свадьбу в Узбекистан. И вот перед тем, как ехать, он на Ускутском перевале нарезал кизиловых веточек и сделал из них шампуры. С этими шампурами он отправился в Узбекистан на свадьбу. И вот после свадьбы, когда уже жарили шашлык дома, очевидцы говорят, что было очень много желающих попробовать шашлык на шампуре, который был привезен из Крыма, а тем более с Ускутского перевала. И многим, которым шашлык не достался, они просто брали 1-2 шампура домой, чтобы приготовить шашлык дома. Вот таким символичным может быть шампур.
А мы нанизываем дальше наше мясо. Кусочки все приблизительно одинаковые, ровные. Прокладываем думбу через каждых 2-3 куска мяса. Думба у нас будет таять на огне, жир будет капать на угли, и мясо будет и жариться, и коптиться одновременно. Вот так вот прижимаем наши все кусочки, чтобы они были как солдатики, все ровные, нигде ничего не висело, чтобы потом ничего не подгорало. Ну, вот и готово, 6 палочек. Ну, как-то так повелось. Смотрим на наш огонь, что у нас здесь получилось. Огонь в самом разгаре. Мы сейчас должны выровнять поверхность мангала, обмахнуть пепел с углей, дать им второе дыхание, и можно начинать жарить. Что, собственно, я сейчас и сделаю. Жар очень хороший. Мы сдуваем пепел. Огонь в самом разгаре. Начинаем жарить. Самое время. Раскладываем наш шашлык над углями. Скоро он начнет издавать очень приятное такое потрескивание, шипение. Это значит, что процесс пошел. У кого-то он называется харавац, у армян. У грузин он называется мцвади. У азербайджанцев кебаб, у турков шиш кебаб. И только свое мировое признание и имя он нашел в слове шашлык. По-крымско-татарски. И мне от этого приятно. Я думаю, вам тоже, Давслар. Переворачивать будем часто, чтобы сок из мяса не успевал утекать и капать на угли. От покупки мяса на рынке и до того, как мы ставим шашлык на мангал, самый ответственный момент – не прозевать его здесь, не высушить, и в то же время, чтобы он был прожаристый и сочный. Жир уже покрылся такой розовой характерной корочкой и начал капать на угли. Сейчас поднимется сизый густой дым от того, как горит жир, и у нас одновременно идет копчение. Все наши специи наверху, их видно. Перец, кинза, зра. Часто переворачиваем, Достлар. Не даем мясу подгорать и высыхать. Если у нас где-то сильнее огонь, мы меняем местами палочки, для того, чтобы те, которые у нас стояли на слабом огне, перешли на более сильное пламя. Кто-то, может быть, скажет, что нет гарнира, что за гарнир, а мои помощники уже и про это подумали. Будем запекать овощи. Баклажан, помидор, перец. Лучше не придумаешь. Вот он наш сизый дым, о котором я говорил. Это уже жир, сгорая, коптит нам наш шашлык. Вариантов кебабов у крымских татар очень много. Таш кебаб – это когда кебаб готовят на раскаленном камне. Фурун кебаб – это когда его запекают в специальной печи, фурун. Также есть тава кебаб – это где мясо готовится в сковороде или в специальных горшочках. Есть даже хор кебаб – это мясо, которое кладется на открытые угли. И готовится практически на углях. Наиболее популярным стал хазан кебаб, потому что его готовить немножко проще, в том плане, что не нужно заморачиваться с нарезанием, качеством огня, его сложно испортить. То есть это мясо, которое готовится в казане с картошкой, оно может быть сильно прожаренное, может быть тушеное, там уже вариантов исполнения очень много. Но вот наш шашлык уже практически готов. Дальше мы его будем уже высушивать. Да и овощи уже доходят. Баклажан уже лопнул корочкой, помидор тоже. Да и перец уже практически доходит. Это у нас горький перец для особых любителей. Итак, Достлар, настал этот ответственный момент, когда наш шашлык готов. Его можно снимать с мангала. Для этого я беру поднос, любезно предоставленный моим другом Рустем Ага Дервишем, и выкладываю наш шашлык на него. Наш шашлык готов.
Как давно я ждал этого момента? Ну, не для того, чтобы поесть шашлык, а чтобы побывать еще раз в каком-то красивом месте на своей родине, а таки еще иметь возможность приготовить и поесть вкусное блюдо. Это вообще мечта. Шашлык получился очень классный. Рекомендую вам, друзья. В Крыму очень много мест. Мы ездим куда-то за границу, стремимся увидеть что-то новое. Но у нас на родине столько красивых мест. Не только для того, чтобы готовить. Просто приезжать, созерцать, видеть, наслаждаться. Аштат Лоусон.